был составлен административное постановление. А мои объяснения вы слушать не хотите, не смотреть видео не хотите, ничего. Уже составили постановление. Да. Помощь адвоката мне нужна, защитника. Кого? Ну, ходатайство о привлечении защитника у меня есть. Вы же не слышали ни одного моего ходатайства, не спросили даже про ходатайство. Сергей Валерьевич. По месту жительства хотел бы, также у меня ходатайство. Штраф в размере. Я не согласен, я не согласен с нарушением, господин Кузоватко. Хорошо. Мое правонарушение было на Кутузовском проспекте. Дальше, да, есть, да. У меня еще ряд вопросов. Давайте сначала. Вы на один-то хотя бы ответьте. Я вам уже ответил, вы не воспринимаете его. Смысл? Нет, вы говорите, что я стою на Кутузовском. Вы провоцируете на конфликт, Сергей. Давайте без конфликта, согласен. Вот давайте без конфликта, мирно, по-доброму. Я правонарушение совершил на Кутузовском проспекте. Вы правонарушение совершили на Кутузовском проспекте. Все. Второй спецпол ДПС, кабинет 106. Для чего? Там можете обжаловать это все, ради бога. Давайте я у вас напишу, что я не согласен и так далее. Чтобы у вас было написано. Все, что вам не нравится, все можете обжаловать. Да, давайте я вас распишусь, напишу. Где объяснение, пояснение? Где пояснение? Где пояснение писать? Копию протокола. Объяснение здесь. А можно отдельный лист, мне здесь не хватит? Что? Отдельный лист, мне не хватит одной строчки. Отдельного листа у меня нету. У вас нет для объяснения листа? Здесь пишется, или согласен с нарушением, или я нет. Здесь напишу, что объяснение написать на отдельном листе напишу. Вы это можете написать в административной практике. Вы в защитнике мне тоже отказали, я так понимаю. Что? Ходатайство о привлечении защитника вы мне отказали? Я вам ни в чем не отказываю. А, ну вот у меня ходатайство есть о привлечении защитника. Напишите ходатайство. Я написал. Вы его будете рассматривать сейчас, да? Я так понимаю. Будем рассматривать. Угу. Если вы уже постановление выписали. То есть постановление сейчас будет отменено, я так понимаю? Вы берете своего защитника, приходите к нам в администрацию. Нет, сейчас же идет административный процесс, правильно? Я прошу помощи защитника. Как вы можете рассматривать, наплевав на мои права? Ваши права? Да, вы уже вынесли решение. Несмотря на мои ходатайства, которых вы даже не выслушали. Счет малозначительности нарушения выносится административное постановление. По статье 2.9 мы можем вас предупредить. Вы меня предупредили? Мы вас предупредили, вы проигнорировали наши требования. То есть 500 рублей это предупреждение получается? Мы сначала вас предупредили, вы продолжили нарушать. В смысле? Как я еще раз перебежал? Как я продолжил нарушать? Я два раза перебегал получается. Два раза? Ну, инспектор, вы лжете, зачем вы так говорите? Любые мои действия можете обжаловать. Ну, естественно, а зачем вы лжете? Вот у меня сейчас конкретный вопрос. Я не лгу никогда. Инспектор, да вы же врете. Будьте, вы никогда, у меня еще не все написано. Записано. Никогда не лгу, говорит, вот это Кузоватко. А, также у меня есть ходатайство, которое я написал о рассмотрении дела по месту жительства. Ради бога. Вы его будете рассматривать, ответ мне дадите? Что? Ответ мне дадите? Я вам говорю, рассматриваю. Да. Но вы мне сейчас дадите ответ? В смысле? Я просто, наверное, я тупой. Наверное, да. Соглашусь с вами, я тупой. Вы говорите, что будут рассматривать по месту жительства данный протокол. Ну, вы написали ходатайство? Да, его будут рассматривать по месту жительства. Протокол? Если вы его уже рассмотрели. Я не написал, что он рассмотрен на месте. Я написал, что будет. Если уже постановление есть. Протокол перешел по месту жительства. В случае вашего обжалования, если вы подтвердите какие-либо свои требования, его отменят. Угу. Тогда можно мне ответ на ходатайство в письменной форме? В административной практике. Нет, я от вас требую. Ходатайство рассматривается немедленно. Все, что я могу вам выдать, это административный протокол. А ответ на ходатайство? Ответ я вам сказал. В смысле? Вам вы нет, его. Ответ на ходатайство выносится в письменной форме. Протокол сначала должен быть зарегистрирован. После того, как он будет зарегистрирован. У него уже номер есть регистрационный. Зарегистрирован в книге учета. У него уже есть номер. Это номер протокола. Да, именно. Протокол, вот он является уже регистрационным номером. Номером административной практики. От этого вы же будете сходить. Ответьте мне письменно на мои ходатайства. Я требую от вас исполнения законодательства. Я не имею такой функциональной возможности. Тогда вызывайте ответственного. Что, у вас листков нету? Ответить на ходатайство? Пожалуйста, конечно. Берусь.
Сейчас я распишусь все-таки в конце концов. Объяснение замечаний по содержанию протокола. Отказ. Как отказ, если я пишу объяснение на отдельном листе, а вы мне пишете отказ? От подписания протокола тоже отказ? Я у вас спрашиваю. И я отказался? Да. Когда? Инспектор, у меня видео идет. Зачем вы врете? Вы уже второй раз врете мне. Пишите все, что ваше душе. Золотые, посмотри, у следствия идет черненький, джипчиком 046. Не отказывался расписываться. Вот написано, к протоколу прилагается постановление, а вы говорите, что по месту жительства оно будет рассмотрено. Как так? И протокол, и постановление будет рассмотрено по месту жительства. Как, если уже рассмотрен протокол? Не рассмотрен. Ну как, если вот написано, к протоколу прилагается постановление? Постановление – это рассмотрение дела, все это конечный результат. Вы опять обманываете меня. Протокол также отменяются. Ну, естественно, они отменяются, но... Как вы его рассмотрели, если вы сказали, что вы же удовлетворили по месту жительства, ходатайство мое? Удовлетворили. А привлечение защитника удовлетворили, я так тоже понимаю. Удовлетворили. Но уже рассмотрели его. Я рассмотрел постановление, закрыл его административным протоколом. Все. Наоборот, протокол закрывается постановлением. Сергей. О закрытии постановления. Пишется другое постановление. О закрытии. Все, что вам не нравится. Вам не стыдно не знать на таком даже уровне? Даже я не имею отношения к ДПС. И так далее. Даже я не имею отношения. Я больше вас знаю. Вы говорите, что вам не интересно мое мнение. Данный разговор поддерживает с вами мне неинтересно. Я понял. Уже неинтересно. Можно все-таки листочек-то объяснение? Листочек для объяснений можно? Давайте. Листочек для объяснений можно мне? Дайте мне папку. Листочек для объяснений можно мне? Я вас слышу, а вы меня? Вы меня слышите? Можно мне листок для отнеси? Для... Я вам дам все. И ручку дайте. Прошу. Смотрите, извините, господин Кузоваткин. Я просто уже стал с постановлением знакомиться. Вы пишете, но это нонсенс опять, что я, Мухин Сергей Валерьевич и так далее, управляя транспортным средством Ford Focus, совершил правонарушение, переход дороги в неположенном месте. Вы вышли из автомобиля. Управляя автомобилем, совершил переход дороги в неположенном месте. Есть смысл в том, что вы управляли автомобилем, подъехали сюда, далее нарушили правила дорожного движения, пешеходы. Нет, смотрите, вот как написано. Управляя транспортным средством Ford Focus, совершил нарушение 4.3. Вам не кажется это нонсенсом? Это не нонсенс. Что пункт 4.3 – это обязанности пешеходов. Да. Правильно? Управляя автомобилем, я не могу быть пешеходом в принципе. Вы становитесь пешеходом. Да, тогда я уже не управляю автомобилем. Правильно? Вы пишете, управляя автомобилем, я был пешеходом. Как такое? Это... Сергей, это... Да нет, это же люди просто будут смотреть. Вам не кажется, что это стыдоба? Какие еще вопросы у вас остались? Нет, сейчас я напишу объяснение. Можно? Вот напишите. А, разрешите еще раз ручку вашу. Я разрешу. I am the king. I will punish you. Че, не дадите ручку? А как мне объяснение писать, инспектор? Инспектор! Может, так, дадите мне ручку все-таки? Нет, не дам. Сергей, вот документы ваши держите. Вот, объяснение как напишите, оставите. Ручку дайте мне, пожалуйста. Я вам не дам ручку, это моя ручка. Ну, вот. То есть для объяснения мне как пальцем писать? Хотите пальцем? Сергей. Вот, я уехал на аварию срочно. Ага. Счастливого пути.